Среди показательных примеров чаще всего пожарные приводят трагедию ночного клуба «Хромая лошадь». В 2009 году из-за несоблюдения пожарной безопасности погибли 165 человек. Перед Новым годом северодвинские пожарные дознаватели начали проверку мест торговли пиротехникой. В этом небольшом павильоне только собираются реализовывать пиротехническую продукцию. Предварительно помещение проверили пожарные дознаватели. Они дают предпринимателям консультацию, каким требованиям должна соответствовать торговая точка для продажи взрывоопасных предметов. Там должны быть кирпичные или бетонные стены, значит, и на отдалении от путей эвакуации эвакуационных выходов, не ближе 4 метров. Да. Соответственно, должна быть пожарная автоматика, значит, в исправном состоянии, средства, значит, пожаротушения, то есть огнетушители должны быть в наличии, значит, и исправно. Данные требования в этом павильоне не соблюдены. Здание изначально построено не из бетона. Скорее всего, предпринимателю придется искать новое торговое место. Пожарные дознаватели проверят и тех, кто уже продает пиротехнику. За подобные нарушения им выпишут предписание, а в дальнейшем придется прекратить продажи. Ряды сотрудников пожнадзора будут регулярными. Петарды и хлопушки проверят и на наличие сертификации.